Рекламно-информационная программа. Одиннадцать или шесть в нашем городе. Начинается программа, которая носит название «Мужской понедельник», потому как ведут ее Николай Голиков и Владимир Сметанин. Ну а в гостях у нас прекрасные дамы, конечно же, бывают по понедельникам. Если говорить немножко о втором часе, то, скажем, мы сегодня хотим обсудить после 12:05, в том числе и с вами, наши слушатели, итоги Олимпиады 23-й зимней, которая накануне завершилась в Южной Корее. Наша команда заняла 13-е место, да? 13-е? В общем зачете. Да, в общем, медальном зачете 13-е место. Ну, наверное, особую радость испытали хоккейные болельщики, потому что впервые с 92-го года наши хоккеисты взяли золото Олимпиады. Пообщаемся во втором часе. Ну, а в первом часе у нас тема, которая регулярно, конечно же, звучит. Не можем мы никак не замалчивать, не обходить эту тему стороной. Вот как раз новость появилась на днях. Обманутые дольщики снова хотят выйти на митинг. Запланировали они это мероприятие на 4 марта. Заявку в мэрию уже направили. Активисты хотят привлечь внимание к своим проблемам в преддверии президентских выборов. Они считают, что это должно быть не менее важным для государства, чем ситуация в Сирии или, например, на Украине. На 4 марта планируют. И мы сегодня в студии, такой представительный достаточно коллектив у нас, специалистов. Мы с разных сторон хотим тему обманутых дольщиков обсудить, в том числе с юридической, с законодательной точки зрения. И пора представлять наших гостей. Ну, во-первых, надо сразу представить Наталью Костину, руководителя уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов «Якорь и партнеры», адвоката, которая, в общем-то, и поспособствовала тому, что в нашей студии собрались вот эти вот все прекрасные гости. Добрый день. Добрый день, Наталья. Да. Дмитрий Валерьевич Сергеев, депутат законодательного собрания Кировской области, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, директор строительной фирмы «Маяковская». Добрый день. То есть представитель как раз стороны застройщиков, скажем так. Ну, будем говорить о добросовестных застройщиках. Евгения Николаевна Будко, помощник прокурора Кировской области. Сразу так серьезно, да, разговор приобретает серьезный оборот. По правовому обеспечению, рассмотрению, обращению, приему граждан. Евгения, добрый день. Добрый день. И Василий Николаевич Милисевич, заместитель начальника управления государственного строительного надзора регионального Минстроя, начальник отдела по надзору за строительством объекта в городе Кирове и контролю за долевым строительством. Добрый день. Тема... Совершенно профильный специалист. Тема горячая, тема животрепещущая. Мы думаем, что желающие дозвониться будут в нашу студию. Ну, давайте вот так договоримся. Все-таки до середины часа примерно у нас все-таки специалисты, которые в студии, будут высказываться. У каждого есть что сказать. 211-101. Если время останется, то после рекламы в середине часа мы попробуем ответить на ваши звонки, если они будут. Ну, я думаю, Василию Николаевичу нужно сразу предоставить. Давайте обрисуем ситуацию с обманутыми дольщиками. Сколько их сейчас в реестре? Что это за люди? Что изменилось за последний год вот в этой ситуации? Цифры уже звучат до начала нашей программы. Давайте слушателям, собственно, это все выскажем. В настоящее время в реестре региональном находится 204 гражданина. Всего числится 8 проблемных объектов. И вот в настоящее время произошли изменения в законодательстве. Хотелось бы сразу с них начать. И по новому изменению в законодательство мы можем исключить в настоящее время 27 граждан. Это те граждане, которые числились ранее в реестре по объектам, введенным уже в эксплуатацию. А что... У нас уже были введены проблемные два объекта в 2016-м, в 2017-м. Однако в связи с тем, что... по указанным объектам передача производится в соответствии с определениями арбитражных судов, у нас продолжается длительное время передача прав гражданам. Следовательно, сейчас, после внесения изменения, по тем объектам, которые уже введены в эксплуатацию, мы можем исключать граждан из реестра. Так каким образом удалось все-таки? Вот, это изменение федерального законодательства. Федерально. Это те предложения, которые были направлены от регионов, так как объектов много, которые вводились, но из-за длительности сроков они не могли быть переданы гражданам. Следовательно, сейчас можно исключать. И у нас после уже исключения, это мы планируем буквально сегодня-завтра произвести исключение, цифра изменится, и будет 157 граждан находиться в реестре. А статус обманутого дольщика, что это означает? Наталья, можете пояснить? Да, про статус обманутого дольщика. У нас с вами есть приказ Минстроя, который утвердил критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства домов и чьи права нарушены. И благодаря этим критериям мы можем включать граждан в реестр обманутых дольщиков, по сути, причислять их к числу пострадавших граждан. То есть что же это за критерии, прежде всего? Это критерий неисполнения застройщиком обязательств по договору в течение более 9 месяцев с даты, установленной в договоре, при отсутствии прироста вложений в строительство в течение двух отчетных периодов.
Также это привлечение застройщиков. Отчетный период, что это? Сколько? Отчетный период вот, застройщиков. Дмитрий Валерьевич. Квартал. Да? Ну, то есть полгода. Полгода изменений нет, да, и тогда уже. Вот. Следующий критерий – это привлечение застройщикам денежных средств именно на основании договора участия в долевом строительстве. Далее критерий – это надлежащее исполнение гражданином-участником обязательств по такому договору. То есть он все свои обязательства по договору, например, должен внести денежные средства, он должен их внести в полном объеме. Если он не исполнил свои обязательства, он уже в реестр у нас не попадет. Далее – это исполнение, неисполнение застройщиком обязательств именно по передаче жилого помещения, расположенного в проблемном объекте. Далее – отсутствие правопреемников каких-либо у застройщика по строительству так, кто объекта. Может быть правопреемником? В случае реорганизации, да, как, да, какой-то, допустим. Далее, это необеспечение обязательств застройщика по договору в виде поручительства банка или страхования гражданской ответственности. То есть, если поручительство или страхование есть, мы, опять же, не можем дольщиков в реестр включать. Ну и отсутствие самого заявителя в реестре пострадавших граждан. То есть, единожды, да, мы его по одному объекту включаем. Что касается проблемных объектов строительства. Не все объекты строительства относятся к проблемным. К проблемным не относятся объекты в случаях с двойными продажами, когда одно и то же жилое помещение по двум гражданам продано. А там по факту-то может быть и больше, и два, и три, и четыре. Ну, в да? практике бывало, да. То есть если строительство осуществляется или осуществлено в отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок, в отсутствии регистрации права собственности либо права аренды застройщика, в случае, если разрешенное использование земельного участка не допускает строительство, также в случае, если строительство осуществляется с нарушением требований градостроительного плана, требований разрешения на строительство и проектной документации. Таким образом, мы видим, что не все граждане могут быть включены в реестр, к сожалению. Наталья, я так понял по второй части, что как бы это еще относится к гражданам, что перед тем, как заключать долевое строительство, им надо обязательно убедиться в том, что строительство ведется на законных основаниях. Да, мы об этом сегодня поговорим, да, конечно, вот когда рекомендации будем давать. Но вот тем не менее можно смело сказать, что не всех граждан мы можем в этот реестр включать. И должно пройти какое-то определенное, ну, довольно значительное время. Василий Николаевич, сейчас у нас есть в регионе группа людей, которые претендуют на то, чтобы попасть, да? Да, чтобы им присвоили имеются, да, статус обманутых дольщиков. Сколько их? Мы так считаем, это не более 4 объектов, по которым могут быть граждане признаны пострадавшими участниками долевого строительства. Это те объекты, которые звучат в последнее время активно, да, в СМИ? В том числе. Просто эта информация, она же расходится просто. Ну да, различные объекты имеются. Да, не закрыты. Давайте перейдем к прокуратуре. Меры прокурорского воздействия Евгения Николаевны услышим, обозначим. Собственно, на каком этапе этого процесса, собственно, уже прокуратура подключается? Прокуратура Кировской области в соответствии с предоставленными полномочиями, конечно, осуществляет надзор за соблюдением жилищных прав граждан и, безусловно, участников долевого строительства многоквартирных домов. Мы обеспечиваем надзорное сопровождение работы региональных органов власти по социальной поддержке граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, безусловно, во взаимодействии с контролирующими и правоохранительными органами. И мы принимаем меры к предупреждению появления новых каких-то проблемных объектов. В прокуратуре области создана система мониторинга строящихся многоквартирных домов, а также учета проблемных объектов и пострадавших дольщиков. А можно параметры озвучить? Вот по каким как раз критериям вы Что становится основанием для того, чтобы что-то может быть не так? Ну, в первую очередь, это обращения граждан, которые к нам поступают. То есть это первые звоночки какие, если есть, то мы на них обращаем внимание, на эти объекты и так далее. Ну и опять же... А какого рода сообщения? То есть люди звонят и говорят, вот мы деньги заплатили, а сроки уже сдвинуты, да? Нет, почему? Срок сдачи прошел. Как правило, они обращаются с письменными обращениями, либо обращениями, которые поступают на адрес электронной почты прокуратуры областной. И они, да, содержат именно сведения о нарушениях законодательства в данной сфере, и это уже является основанием для проведения нами проверки. То есть вопрос-то в чем? На какой стадии уже вот жители-то звонят? То есть когда они пришли, а дома еще нет, а сроки прошли? Или они уже подозревают, например, что как-то слишком медленно строительство ведется?
да, 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 то есть граждане зачастую даже при отсутствии оснований как бы обращаются, ну, думая о том, что их права могут быть нарушены, вот, и они, соответственно, к нам, в общем-то, идут с тем, чтобы мы проверили, есть ли там нарушения, если есть необходимость, чтобы приняли своевременно меры реагирования, которые, соответственно, потом бы эти нарушения вовремя были бы устранены. Так, и начинается проверка, соответственно, ну, да? Ну, конечно, да? Конечно, начинается проверка в соответствии с законом о прокуратуре. Ну, соответственно, там есть определенный алгоритм ее проведения. На этом, я думаю, что не очень стоит сейчас останавливаться. Хочется сказать, обратить внимание всех на том, что в отношении застройщиков, всех строящихся с нарушением сроков объектов, прокурорами принят весь арсенал мер прокурорского реагирования, в том числе инициированы проверки в порядке статьи 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. И как результат хотела бы отметить, что в результате такого вмешательства только в последнее время достроены и введены три многоквартирных дома. И еще на одном объекте... На территории объекте, региона или в областном центре? В областном центре. В областном. И на одном объекте возобновлены строительные работы. Вот если в качестве примера можно привести следующее, что в мае прошлого года по результатам совместной работы возбуждено уголовное дело в отношении руководителя «Союзстрой», который допустил нецелевое расходование 43 миллионов рублей. И... Это деньги дольщиков? Да, да, конечно. Непосредственно для людей, да, да, да. Покупателей. И в июле, соответственно, 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 201, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. И как результат можно сказать, что комплекс принятых мер и ответственная работа как бы всех заинтересованных структур позволили в настоящее время завершить строительство, и дом введен в эксплуатацию. Угу. То есть, безусловно, конечно, не сразу было, там, решался вопрос о возбуждении уголовного дела, то есть там как бы принимались и иные меры, но, как казалось, более действенно именно вот было возбуждение уголовного дела. Судебное решение-то уже есть? Или... Судебное решение-то уже есть по этому делу? Нет, оно расследуется. Расследуется, да. То есть у меня вот вопрос еще какой. Дольщикам, конечно, ну, наверное, понятно, что хорошо, когда прокуратура реагирует, но они больше заинтересованы не в том, чтобы там посадить кого-то, да, или там наказать кого-то. Они заинтересованы в том, чтобы дом был достроен. Ну да, да, так вот я об этом и говорю, что эти все принимаемые нами меры, которые принимают правоохранительные органы, они все, в общем-то, нацелены на то, чтобы именно объекты были введены в эксплуатацию, тем самым защитить вот права дольщиков мы могли, да. И вот я как раз и привела конкретный пример, который вот как раз говорит о том, что эти все меры, они действенны. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, буквально полминуты, и продолжим наше общение. Мы пытаемся уже, как же в гости напрямую, не через ведущих задавали друг другу вопросы. Дмитрий Валерьевич, вот, дополнение, пожалуйста, к тому, что сказал работник прокуратуры, да, я хочу сказать, что проверки, мониторинг прокуратура на самом деле осуществляет. Об этом, наверное, дольщики, там, люди со стороны не знают, но вот мы как застройщики это как бы на себе ощущаем. И то есть с периодичностью, может быть, там раз в полгода, раз в год к нам приходят запросы от районных прокуратур на территории районов, где мы осуществляем строительство. То есть с требованием предоставить информацию, какую-то расшифровку, какую-то аналитику, где, на мой взгляд, они как раз анализируют исполнение застройщикам 214 федерального закона о долевом участии в строительстве. Дмитрий Валерьевич, ну это вот понятно, там письма пишут, отчеты требуют, а так, что там кто-то лично ходит, смотрит, не замечали? Были на объекте. Были? Да, были. Объекты, вот да. Именно работники прокуратуры. Потому что, в принципе, на бумаге написать можно все, что угодно, она все стерпит. Василий, ну, а про эти наши отчеты, они, думаю, что ничего и проверяют перекрестно. Ну, такой интерес со стороны прокуратуры, это для застройщика прям так серьезно-серьезно к этому нужно относиться? То есть, не только прокуратуры. Помимо этого, мы еще раз в квартал отчитываемся в надзорный орган. То есть в контрольный орган. Поэтому я думаю, что наши отчеты просто сверяет и прокуратура, и Минстрой. И, соответственно, если будут выявлены какие-то неточности у застройщика, это как раз основание для того, чтобы более тщательно его проверить, более тщательно обратить на него внимание. Василий Николаевич, вы хотел бы добавить, если можно. Да. У нас организовано взаимодействие между всеми структурами, всеми ветвями власти, как силовыми структурами, так и структурами правительства области, то есть Министерство строительства Кировской области.
области, законодательного собрания и другие структуры. Мы проводим со своей стороны проверки, и в случае выявления каких-либо нарушений материалы направляются в прокуратуру области. Кроме того, мы информируем соответствующие структуры, которые занимаются расследованием. Мы участвуем в процессе расследований, выезжаем на объекты. Кроме того, мы проводим совещания, на которые приглашаются также представители законодательной власти, которые также участвуют в этом. И потом при выработке областных законов также вот эти все мероприятия, которые необходимы, они учитываются в разработке. А, кстати, как в профессиональной среде оценивают эту ситуацию, Дмитрий Валерьевич? Я имею в виду, вот, коллега же, да, тоже занимается строительством, и тут вот Закон есть закон. Если ты выполняешь действия закона, значит, тебе отношение доброжелательное и положительное. Если ты не выполняешь закон, значит, ну, это твои проблемы, с которыми ты должен справляться. А если не справляешься, то вор должен сидеть в тюрьме. Угу. А может быть так, что на протяжении там, многих лет вот, компания не вызывала никаких к себе претензий, и тут вот что-то случилось? Такие случаи тоже бывают. Большинство из компаний, которые, как вы сказали, долгие годы работали, они эти проблемы решают. Да? То есть это не первый кризис, который строительная отрасль переживает. И вот по результатам предыдущих кризисов многие компании, да, там совершали, может быть, какие-то отступления от принятых документов, но по мере того, как ситуация исправлялась, они исправлялись. А есть компании, которые, скажем, изначально не направлены на это в свою деятельность, то есть собрали деньги, но не получилось, ну и не получилось. То есть вот это отношение, оно есть, оно просматривается у разных застройщиков по-своему. Я еще вопрос Василию Николаевичу. Смотрите, мы сейчас немножко так ушли в такую тему, да, вот контроля, правоохранительных органов, все. Вообще, вот, застройщик ведет работу, да, вот вы каким-то образом можете ему поспособствовать, там как-то повлиять, вот, не минуя правоохранительную, какую-то помощь оказать, организационную, правовую, чтобы все закончилось в срок, вот именно как министерство. В соответствии с 214 федеральным законом, застройщики перед нами отчитываются ежеквартально о своей деятельности. Поэтому мы видим, как они проводят деятельность, пусть она там не полностью, скажем так, но частично имеем информацию, как он работает, застройщик. И в случае, если мы выявляем какие-то нарушения или видим, что может что-то, то мы организуем проверку. И уже по результатам проверки мы выявляем либо нецелевое расходование, либо мы выявляем какие-то нарушения. Если нет нарушений, если организация работает и у нее какие-то действительно трудности, то есть риски, которые взяла на себя, не может выполнить, в таком случае у нас проводится совещание, соответственно, Минстроя. И на эти совещания также приглашаются все уровни власти, которые существуют, в том числе и правоохранительные органы. И там мы обсуждаем эти вопросы, каким образом оказывать помощь даже. Вот то, что мы говорили, то есть не только правоохранительная у нас структура, наказать, привлечь, но кроме того оказать какие-либо меры поддержки. Они могут быть в том числе и при вводе в эксплуатацию. Это те меры поддержки, которые у нас имеются в соответствии с законодательством. Мы не выходим за рамки законодательства, работаем строго в рамках законодательства. Ну, к примеру, что мы это можем? К примеру, мера поддержки. Ну, смотрите, мы оказываем просто поддержки. Это не меры. Меры поддержки мы можем оказывать только гражданам в соответствии с нашим законом. А здесь поддержки каким образом? Мы можем собрать совещание, на которое пригласить, к примеру, ресурсоснабжающие организации. И здесь, чтобы друг с другом переговорили, создать площадку на уровне Минстроя, на которой могут договориться, каким образом ввести объект в эксплуатацию. Потому что мы понимаем, что многоквартирный дом сейчас это очень серьезный объект, который, скажем, и электроника, и чего там только нет, если посмотришь, что его сдавать надо тоже соответствующим структурам. У нас очень много на уровне органов местного самоуправления, кроме того, коммерческих структур, которые участвуют в приемке объектов эксплуатации. И порой свести, когда их за одним столом садимся, и находятся пути выхода из тупиковой ситуации, в которой возникли. И, следовательно, объект быстрее вводится в эксплуатацию. Есть и такое. Наталья, к вам хочу обратиться. Вот смотрите, застройщики говорят, мы отчитываемся, все хорошо, контрольные органы, мы контролируем, все замечательно. Так почему тогда это случается-то? Почему происходит? Почему обманывают людей почему объекты не вводятся? Так получается, что обманывают не только дольщиков, обманывают, видимо, и контролирующие органы, потому что каким-то образом это доходит вот такой. Здесь можно такое предположение следующее, смелое. Есть, смотрите, вот этот 214 закон о долевом участии строительства, он постоянно меняется. То есть раз в полгода, как минимум, в нем какие-то претерпевают изменения. Он начал действовать в апреле 2005, по-моему, да? Ну, принят был в 2004, в конце 2004. Так вот, у нас на сегодняшний момент объекты, по которым есть проблемы, они были заключены в
несколько лет назад, когда, скажем, какие-то нормы еще и не действовали. То есть по отчетности, да, она была, но не все, скажем, нормативные цифры у нас не контролировали. То есть есть объекты, которые там уже там, по 10, по 15 лет являются проблемными. То есть вот здесь, а может быть даже и не заключающие договоры долевого участия по этим объектам. Поэтому здесь вопрос, наверное, не тому, что они, может быть, не в полной мере контролируют, а потому что в тот момент было еще какое-то несовершенство закона, которое позволило провести какие-то действия, ну, скажем, неправомерные, и это не было контролировано. Это один момент. А второй, это, скажем, неправильная хозяйственная деятельность, либо неправильное планирование застройщиков, которые привели просто к невыполнению своих обязательств. То есть это, ну, инвестиционный риск, поскольку договор долевого участия все-таки в какой-то мере является еще и инвестиционным договором. Ну, так объективно можно все-таки говорить, вот с ходом времени, с внесением этих изменений, да, в законы и этот и прочее, сложнее становится все-таки недобросовестным застройщикам уводить деньги людей? Я думаю, что становится сложнее. Вот с этой стороны я хочу. Я думаю, что по 214 федеральному закону вообще становится сложнее гораздо работать от каждой поправки к каждой поправке. А общая тенденция, которая нашим президентом намечена, это отход от долевого участия в строительстве. Дата обозначена, когда? Ну, дан был срок 3 года. Просто последний профильным министерством. От когда отсчитывать нужно? Это было в конце прошлого года. Это был конец 17-го, значит, конец 20-го, мы как бы должны уже от долевого строительства... Ну, это, скажем, план, который отойти, может быть, да? В ту или в другую сторону откорректироваться, но, в всяком случае, намечена общая тенденция. То есть, раз мы не можем как-то, да, привести это все... Ну, смотрите, долевое участие это не изобретение России. Ну, да? Конечно, то есть есть давно. Страны, в которых есть долевое участие, есть страны, в которых нет долевого участия. То есть по какому пути нам идти, это все-таки должно определяться на уровне там, правительства, федеральных структур. То есть раз у нас с этим есть проблемы, значит, пойдем другим путем. Основная выгода-то от долевого строительства – это более низкая цена. Да, то есть у нас в стране были все-таки проблемы с кредитованием, то есть со ставкой по кредитам, они очень-очень сильно отличаются от того, что есть в более развитых странах, поэтому у нас и была такая, ну, тенденция общая, это привлечение денежных средств дольщиков. Наталья, вам хочу вернуться. Вот, да, хотела бы еще дополнить, что сейчас у нас в федеральный закон внесены изменения, и предполагается, что застройщики могут пользоваться счетами эскроу. Это что? Это вот такие счета, на которые дольщики перечисляют денежные средства. Застройщик может их взять только в случае завершения строительства. За этими счетами следят банки, то есть там определенные процедуры прописаны. И вот мне интересно, как вот застройщики относятся к этим счетам эскроу. То есть, с одной стороны, это решение проблемы. Вы получите деньги, когда вы введете объект. Вот разница между счетом эскроу и кредитованием в банке практически для нас никакой нет. То есть мы в любом случае деньги эти получаем только в конце, и мы вынуждены будем брать кредит в коммерческих банках. Вот по какой ставке будет этот кредит, от этого будет зависеть в конечном итоге стоимость строительства для конечного потребителя, для физического лица. Это один момент опыта работы с счетами. А в настоящее время вот объективная отрасль какую ставку может потянуть люди? Вопрос, вопрос не к отрасли, вопрос к потребителям. И от региона к региону эта цифра будет сильно отличаться. То есть у нас опыта работы с банковскими кредитами в Кировской области пока нет, поэтому я ставку не могу озвучить. Ну, то есть тут, видимо, прямая связь с уровнем социально-экономического развития региона. Региона. Да. Именно региона. Благосостояние людей. Вот эта новелла насчет того, что вот эти счета появляются, да, она как бы не действует, потому что строительная организация... Не так давно, появилась в законодательстве, и по мере ужесточения федерального закона 214-го, часть застройщиков, я думаю, будут вынуждены прибегать к этой форме привлечения денежных средств дольщиков. Поэтому, ну, это поживем, увидим. Угу. То есть пока не очень ясно, да? И еще можно, да, напомнить о том, что у нас также 214-м ФЗ предусмотрена возможность создания фонда поддержки дольщиков обманутых. Этот фонд создан на федеральном уровне. Вот, да. А можно поподробнее, что это такое? Процент отчислений, да? Сколько, то есть насколько он покроет риски? Значит, смотрите, вот до недавнего времени все застройщики были вынуждены страховать каждый договор долевого участия. Значит, вот, к сожалению, система страхования на сегодняшний момент в рамках Российской Федерации она не работает. То есть, да, объекты застрахованы, но к тому моменту, когда возникают проблемы с объектами, страховая компания уже находится в стадии банкротства, и, по сути дела, выплат на завершение долевого участия в строительстве не происходит. Поэтому у нас с прошлого года были, опять же, изменения в
214 федеральный закон. И сейчас у нас создан единый фонд государственный, в который все застройщики будут перечислять денежные средства при заключении каждого договора долевого участия. Но в чем здесь есть один нюанс? Если мы заключили первый договор и перечисляли деньги в страховую компанию, то до конца строительства мы перечисляем деньги в страховую компанию по всем договорам в рамках этого дома, в рамках этого объекта. Если же мы при заключении первого договора перечисляли уже в этот фонд, то мы дальше деньги перечисляем в фонд. То есть, опять же, он одномоментно работать не начнет, есть какой-то промежуток времени, то есть, по-прежним когда он включится в работу. По прежним объектам мы заключаем... Сама идея вот этого фонда, она как, на ваш взгляд? Она не, для нас, вот как для застройщика, ничем не изменилась. То есть, вот процентная ставка 1,4, она вот примерно как была у нас для страховой компании, она не изменилась, она стала... Только мы деньги из одного кармана перечисляем в другой. Вот. Ну, фонд, когда, получается, когда... более надежен, чем страховая компания. Это для потребителя. Для потребителя, да. Когда вводилось страхование от нас, от профессионального сообщества, то сразу были вот эти риски указаны законодателем федеральным, потому что это федеральное законодательство, о том, что создать единый фонд, который бы действовал на территории всей страны и был бы под контролем государства. Нас в тот момент не услышали, но мы оказались правы. Интересная ситуация. Я хотел бы дополнить, если можно. Я прошу прощения, у нас все-таки середина часа, реклама, да, небольшое, сейчас сделаем рекламу. Василий Милисевич, да, заместитель начальника управления госстроительства надзора регионального Минстроя, начальник отдела по надзору за строительством объектов в городе Кирове и контролю за долевым строительством. Рекламно-информационная программа. Василий Николаевич, я пару минут назад напомнил его должность. Я предлагаю у других наших гостей тоже напомнить. Ну, напомню, что мы сегодня вообще говорим о такой стороне юридической ответственности застройщика перед дольщиками. Как бы тема обманутых дольщиков у нас у всех на слуху. Собрала этот круглый стол, если его так можно назвать, Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев партнеры, адвокат. В гостях у нас сегодня Дмитрий Валерьевич Сергеев, депутат Заксобрания Кировской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ, директор строительной фирмы «Маяковская». У нас в гостях сегодня Евгения Будко, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению обращений и приему граждан. И вот как раз Василий Николаевич Милисевич, заместитель начальника управления государственного строительного надзора регионального Минстроя, начальник отдела по надзору за строительством объекта в городе Кирове и контролю за долевым строительством, которого как раз вот мы тут попросили немножко перебили. Уважаемые коллеги, хотел бы дополнить, что в настоящее время в связи с изменением 214 федеральный закон, большие полномочия направлены на защиту рынка указанного под долевого строительства переданы Минстрою Кировской области. В соответствии с этим законодательством Минстрой должен проверять декларации и выдавать заключение о соответствии застройщика требованиям, предъявляемым в соответствии с 214 федеральным законом о защите прав о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, либо отказе в выдаче заключения о соответствии указанного застройщика. И здесь мы видим также это большая мера, в том числе по недопуску на рынок тех застройщиков, которые не соответствуют требованиям, ну и, соответственно, могут допустить нарушение прав граждан. А это на каком этапе будет происходить вот эта вот вещь? До заключения первого договора долевого участия. То есть заключения застройщик имеет право привлекать деньги дольщика. И, соответственно, ни один договор не будет зарегистрирован в регистрационной палате. Ну, деятельность будет незаконна этого застройщика, если он не получит такое заключение. Без зарегистрированного договора не имеешь права привлекать деньги дольщиков. Если это ты производишь, то ты нарушаешь уже уголовное законодательство. Ну, сначала и кодекс об административных правонарушениях, там штрафы тоже за каждый договор от 500 тысяч до миллиона. Ну, и уголовное, соответственно, законодательство. И у прокуратуры опять будет работа, да? Ну, желательно бы, чтобы ее не было. Да. Вот продолжаем. Вот мы сейчас заговорили про изменения, которые у нас в середине года. Да, то есть это принятая норма уже опять закона. Это очередные изменения в этот закон. Да, 2014. То есть они вступают у нас в середине года. Норма направлена на ограничение, скажем, объемов строительства от одного застройщика. То есть один застройщик имеет право привлекать денежные средства только по одному объекту, по одному выданному разрешению на строительство. Эта норма вступает у нас с середины года. То есть, соответственно,
вводится запрет на иную деятельность застройщика, кроме как долевого строительства. Есть там и требования по наличию собственных денежных средств на расчетном счете до начала строительства, ну и ряд других мер. Но вот основное — это то, что один застройщик, одно разрешение на строительство. Угу. И какой то прогноз вы делаете? Дмитрий Ильич, хотел бы еще уточнить. Смотрите, да. Вот это относится к долевому строительству? Долевому. Или можно строить за свой счет? Или если вы уже в это попали, то вы уже за свой счет ничего строить не сможете? За свой счет можем. Можете, да? Да. То есть вот вы одно разрешение получили на... Да, привлекать денежные средства дольщиков. Если хотите строить что-то еще, то это уже чисто... Но кредитоваться на это ты не можешь. Ага, кредитоваться не можешь, да? То есть кредит должен быть только именно на объект долевого строительства. То есть здесь, ну, фактически, юридически это можно, наверное, осуществить. Угу. С финансовой точки зрения, наверное, это будет очень-очень проблематично. К чему это может привести? Ну, на мой взгляд, здесь придет... Именно застройщиков. Да, застройщиков. То есть это, во-первых, создание дочерних аффилированных предприятий. Это дробление начнется, да? Да, дробление. Важно для меня это нивелирование имени предприятия, да, то есть многолетний опыт, когда ты хорошо работаешь, но это будет как бы уже, ну... Для дольщика, скажем, потому что на каждый объект пойдет новая организация. То есть вот этот момент, он уходит с рынка. Ну и важный для меня момент еще, это 5-летняя гарантия на введенный объект. То есть, соответственно, если это каждый раз новое предприятие, то у некоторых застройщиков возникнет желание, ввели объект в эксплуатацию, фирму закрыли, обанкротили, как-то еще от нее избавились, и в дальнейшем люди, которые построили квартиру, в случае каких-то проблем с качеством возведенного объекта, им предъявлять претензии будут некому. То есть, как бы это не очень выгодно получается и организациям строительным, и отразится все равно на дольщиках в итоге, да? Ну вот, я риски и тенденции, я бы обозначил. То есть, может отразиться уже на жителях домов введенных, потому что, как бы, фирма, которая должна гарантированно за этим домом смотреть, она будет отсутствовать. Ну, на мой взгляд, вот эта вот такая тенденция, она появится, наверное. Василий Николаевич, вы согласны с Дмитрием Валерьевичем, что именно такие риски возникают? Риски возникают различные, но я хотел бы пояснить, что здесь, если крупная фирма, то она так и будет продолжать строить по нескольким фирмам. К примеру, если сейчас фирма строит 10 домов, и ей придется в дальнейшем открыть 10 организаций, то она так и далее и будет продолжать работу этих 10 организаций в дальнейшем на рынке. Возможно и такое. Если не будет снижения объемов, конечно. Если же снижение объемов будет, то есть риски, что будут фирмы закрываться, соответственно. Мы в начале нашего разговора озвучивали номер телефона 211-101. Вот у нас есть звонок, и я предлагаю как-то наушниками поделиться, да, чтобы Евгения Николаевна тоже была. Алло, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, это Татьяна, город Киров. Да. Ваши предложения, конечно, интересные, но вот мне казалось бы, более жесткую систему можно предложить. А именно, вот если получает застройщик участок, он обязан иметь паспорт этого участка, где было бы просмотрено гидрологи, почвоведы, радиологи, метеорологи, банки, ваше сиятельство, все вот эксперты высшего и всякого там уровня. И когда я прихожу и смотрю этот паспорт, я оцениваю, какие риски есть, согласна ли я с этими рисками, а согласна, да простите меня, какой спрос с государства, это первое. Второе, зная коррупционную связь, сегодня подписали, завтра ушли, поставили Ирида М, стала другая фирма. Хорошо, 60%, если вдруг какие-то риски были, 60% платят все, кто подписали, все, а 30% персонально. Вот персонально, где бы эти товарищи не работали, не выплатил он, пусть платят дети, внуки и так далее. Не умеешь профессионально работать, если ты ошибки делаешь, все, уходи, придут другие профессиональные. Вот мне кажется, это все-таки сняло бы с нас, а то, извините меня, это все к нам в карман. Татьяна, спасибо. Спасибо, к сожалению, да, времени не так много. Спасибо большое. Прокомментируйте. Давайте я отвечу. Значит, в рамках размещения открытости информации, значит, каждый застройщик обязан всю проектную документацию, в том числе и результаты государственной или негосударственной экспертизы, размещать на своем сайте. Вот в экспертизе в том числе отражаются и результаты геологической и иных видов экспертизы, которые по данному проекту проводились. То есть вот это как раз то, что вы говорите, паспорт, он называется просто по-другому. Это результаты проектной документации, они есть на сайте застройщиков. Просто их нужно изучать, это большой объем информации. Наталья, то есть, да, вот хотела также напомнить, что
Сейчас у нас... Мы уже, видимо, переходим к рекомендациям. Да, да, на официальном сайте застройщика в отношении каждого дома размещается определенная информация. То есть это разрешение на строительство, документы по земельному участку, проектная декларация, проект договора участия в долевом строительстве, разрешение на ввод в эксплуатацию объектов, КАП строительства, которое построил застройщик, аудиторское заключение за последний год, то есть если мы говорим о финансовом состоянии, заключение вот экспертизы проектной документации, то, о чем сейчас говорили, заключение уполномоченного органа исполнительной власти о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214 ФЗ. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору указываются. Договор поручительства с застройщиком, если у него денег недостаточно для строительства. Фотографии объектов. То есть законодатель предусмотрел достаточно большой объем информации. Другой вопрос, как потребителю оценить его самостоятельно без привлечения специалистов. Вот это вопрос. Ну, естественно, еще важно добавить. Опять же, у нас объекты есть, которые получили разрешение и заключен первый договор. Во времени они отнесены к разным промежуткам действия 214 федерального закона. Поэтому вот то, что вы сейчас перечислили, это действующее, да, на это сегодняшний момент. Вот если сегодня мы привлекаем, если получаем разрешение, вот мы должны этому соответствовать. Если мы получили разрешение и заключили первый договор в более поздний период, то, соответственно, и требования там другие. И вот эти документы могут быть не все. Например, может быть не быть там фотографий. То есть, да, то есть они недавно введены. Надо разбираться, что действовало на конкретный момент. То есть вот это момент, как бы перечень, он актуален на сегодня. На вчера был другой перечень, на позавчера еще другой. А на позапозавчера он еще был другой. То есть вот здесь вот эти изменения, они как бы, может быть, в какой-то степени и... ну, как-то могут запутать потребителя. Василий Николаевич, Евгений, может, добавить что-то? Буквально полминуты у нас остается. Ну, по предложению, особое внимание я хотел бы обратить на проектную декларацию. Это всеобъемлющий документ, который имеет практически порядка 100 страниц. И вот гражданину надо смотреть туда, читать внимательно и уже принимать решение. Опять же, форма вот проектной декларации, она меняется, меняется. То есть... так вот, скажем, лет 5 назад она была вообще в произвольной форме, там только были отражены те моменты, которые мы обязаны, и мы ее писали в произвольной форме. Сейчас она унифицирована, это таблица, которую мы заполняем. Евгений Николаевич, несколько слов еще людям в качестве совета. Можете номер телефона прокуратуры озвучить. Да, ну я хотела бы сказать о том, что да, у нас работает телефон доверия прокуратуры области. Если вы считаете, что ваши права нарушены, вы всегда можете к нам обратиться. Телефон 38-11-53. Вот, и, в общем-то, всегда обращайтесь, если вы считаете, что есть нарушение законодательства в той или иной сфере. Спасибо за этот разговор. Наталья Костина, Дмитрий Сергеев, Евгения Будко и Василий Милисевич. Мы уходим на новости, тематические программы, и вернемся с Николаем уже через 20 минут.